Всем привет, в эфире телешоу 5 с плюсом. Сегодня мы подведем итоги ноябрьского хит-парада, и вы увидите пятерку лучших детских песен этого месяца. Пришло время объявить лучшую пятерку детских песен этого месяца. На пятой строчке нашего хит-парада наши друзья из города Перми, группа Kinder Surprise с песней «Смешной гиппопотам». Мы находимся во дворце спорта города Екатеринбурга. 25-26 ноября в Екатеринбургском дворце спорта прошел крупнейший на Урале международный турнир по спортивным танцам. По решению Федерации танцевального спорта России, Кубок Европа-Азия-2000 включен в число 10 рейтинговых турниров страны. В соревнованиях приняло участие более 1000 спортсменов в возрасте от 5 до 28 лет, как любителей, так и профессионалов из 40 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Тюмени и других городов. Это очень красивый вид спорта, мне он очень нравится. Там как бы какой-то азарт, мне нравится этот вид спорта. И в будущем планируешь заниматься этим? Да, думаю, что да. Ну, во-первых, мне это нравится, и моя мама, когда она была в школе, она тоже танцевала бальные танцы, ну, ча-ча-ча, вару-вару, такие детские. И мне нравится, что там можно показать себя, там, прически, все, костюмы красивые. А сколько вообще лет ты танцуешь? Я танцую 7 лет, 7-8. А кроме этого, конкурса на каких еще принимали участие? Мы танцуем с Ирой полтора года, ну, танцевали в Германии. Заняли 11 место по десятке и на Мальте выиграли стандарт, а латину вторые. Соревнования проходили в 9 возрастных группах по двум программам – европейской и латиноамериканской. Екатеринбург и Свердловскую область на турнирах представили около 30 клубов, самые известные из которых – Ice и Let's Dance. Вадим Чернопенев, Елена Бершицкая, Макс Кудрявцев специально для 5 с плюсом. Бальные танцы – это великолепное зрелище. Спорт и искусство в одном флаконе. Так что учитесь танцевать, дорогие мои, и ваши родители будут на вас молиться.
Но вернемся к нашему песенному конкурсу. Юные рокеры из ишимской группы «Робинзон» неоднократно побеждали на хит-параде 5 с плюсом. Помните их суперхиты «Летчик», «Рыжий пес», «Небо»? В этот раз на суд телезрителей они представили новую конкурсную песню «Фонарщик» и опять попали в пятерку лучших. Итак, встречаем группу «Робинзон» с песней «Фонарщик» на 4-м месте нашего хит-парада. В городе, которого нет, даже если есть, то не здесь. Там такой спокойный рассвет, время первобытных чудес. Вот идет фонарщик, смотри, он все тот же тысячу лет. Ждут его жагов фонари в городе, которого нет. Конечно, помнит меня, он протянет руку ко мне, скажет, ты вернулся, я рад, как там, брат, дела на земле? Светлой ли была твоя жизнь, легкой ли была твоя смерть? Я отвечу, мы родились в городе, которого нет. Там всегда нас ждет старый дом, дом, в котором небо и свет. И для тех, кто помнит о нем, что такое жизнь или смерть. Спасибо! Я понимаю, что вам поскорее хочется узнать, какие же песни вошли в пятерку лучших детских песен. Но дело в том, что мы подготовили для вас интересный сюжет о детской студии анимации. Оказывается, есть дети, которым мало смотреть мультики. Они хотят их рисовать сами. Об этом вам расскажет Людмила Баталова. Какой ребенок не любит мультфильмы? Думаю, что таких не найдется. Наш город имеет огромное преимущество. Ведь у нас есть студия анимации, где занимаются дети от 6 до 16 лет. У них все, как у взрослых мультипликаторов. Юные аниматоры сами придумывают истории. Про дракона. Он будет искать маме на день рождения подарок. А я люблю рисовать, я хочу сам стать художником мультипликатора. А про что сейчас твоя история? Про кота человека. Про кота человека? Нет, про кот и человек смешанный. Интересно. Они ходят на двух лапах, без хвостов. У них голова кошки, разговаривают они по-человечески. Вот. Здорово, когда ты можешь создать маленький шедевр. И эта студия предоставляет такую возможность для всех детей. Весь смысл студии, помимо досуга, это еще все-таки присмотреть талантливых детей, которым можно по жизни как-то подсказать, как быстрее и проще получить образование в этом плане. То есть, если человек заинтересовался вот именно профессией анимации. Большая интересная жизнь существует, анимационная, но она не только замыкается на нашем городе. То есть,
нас уже приглашают, чтобы детские работы могли показывать. Есть фестивали во Франции, в Японии, то есть в Италии, есть в Америке, есть фестивали, где можем просто вот то, что дети делают у нас в городе, отправлять туда. И, в принципе, при удачном течении обстоятельств они могут даже съездить туда, поучаствовать, получить там своего Оскара. Солист екатеринбургской группы «Алёнушка» Виталий Стариков покорил всех телезрительниц своим мощным голосом и мужским обаянием. Его песня «Капитан» на третьем месте нашего хит-парада. Зыл отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, он не честь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, почни честь, только смелым покоряются моря. С удовольствием объявляю следующего конкурсанта. Это младший состав микс-группы «Лига из Новоуральска». Со старшими мы уже знакомы давно, а вот младшие впервые принимают участие в хит-параде 5 с плюсом и уже попали в пятерку лучших. Песня «Мама Мария» в исполнении микс-группы «Лига» на второй ступеньке хит-парада 5 с плюсом. Ролся, как мамеле. О, фильтр, контроль, ланжелас.
Корка. Я не корова, у меня не столб. Она так шутит, но в каждой шутке есть доля правды. В самом деле иногда накапливается столько дел, что надо все делать одновременно. А это не просто, без специальной подготовки. Поэтому обратимся за помощью к профессионалам. Всем-всем привет! Сегодня мы разучим две игры. Первая называется «Два дела». Представьте себе, что вы строите большой деревянный дом. И в левой руке у вас топор. Тюк-тюк-тюк-тюк. Представили? Попробуйте сами. А ну давай-давай, наяривай. Смелее. А в правой руке у вас будто бы пила, ножовка или лобзик. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Пилим, пилим, труба чисто, 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 чисто. Теперь одной рукой рубим, а другой пилим. Одновременно. Отлично. А у тебя как получается? И вы попробуйте. Вторая игра называется «Подарки». Думаю, что среди вас нет ни одного человека, который бы не любил их получать. Когда человеку дарят подарок, что он говорит? Спасибо. Давай еще. А вы сразу смотрите подарок? Ну, сразу, наверное, все-таки, чтобы гость не обиделся. Сразу, но смотри, интересно же все-таки. Ну, я так думаю. Спешить можно, не торопиться, но можно и сразу посмотреть. Ребята, представьте, что вам подарили расческу. Так, а в другой рукой вы крутите мясорубку, причем одновременно, и едете на лыжах. Не забывайте о расческе. Крутите мясорубку и прокатимся на лыжах. У кого получится? Может, у меня лучше получится? Сейчас проверим. Отлично, здорово. Теперь я вам покажу, как это получается у меня. Неплохой рэп, по-моему. Вам понравились наши подарки? Забирайте себе насовсем. Пока, пока. Вы еще помните, зачем мы здесь сегодня собрались? Чтобы узнать лидера ноябрьского хит-парада. Итак, по оценкам телезрителей, лучшей в этом месяце стала песня «Ты только пой». Отличное название для песни, не правда ли? Вот ребята из группы Робертино пели, пели, пели и допелись до первого места нашего хит-парада. Тебе сказать хотел я, но забыл.
А на сегодня все. Увидимся. Пока. Волшебным дождем у нас так всегда. Приходите, мы ждем. На без плюсом будем петь и танцевать. На без плюсом и экзамены сдавать. На без плюсом веселиться и дружить. На без плюсом